Ту-ту-ту. Во-хо-хо-хо-хо. Это весело. Всем привет, с вами Ворм, это игра под названием Dark Souls Prepare to Die Edition, первая часть, которую мы продолжаем проходить, остановились на том, что убили разверстого дракона, спустились вниз в глубины опять этих долбанных чумных городов, и сейчас их изучаем на предмет полезных всяких штукенций, предметов и прочего всего. Мобы здесь, в принципе, не сложны, потому что мы уже вкачаны, мы уже прошли сами этот так-то город этот чумной, мы давно прошли, ну, мы его миновали, так сказать, вот. Собаки. Я слышал собак. И, короче, просто смотрим, что у нас вот, может быть, по... Собака упала. Короче, мне души пришли. Нормально. Изучаем, что тут можно, короче, полезного получить. Какая-то лесенка. С этой стороны я вроде видел какое-то тело с чем-то полезным, поэтому думаю, что может что-нибудь приобрести. Ты что запись? Ты дурак? Тут не работает почему-то. Удар сзади на них. Нормально. Не знаю почему, но не работает. Где-то вот тут, по-моему, был трупешник у нас. Где-то. Ща на меня тут набежит толпа демонов. Пидорасов. А чё вы разрешались-то так? Эй! Вы чё орёте-то? Угомонитесь, может? А, вон пидорок лезет. Смотри, сейчас лестница грымнется. Ха-ха, не можешь слезть, да, пидор? И сюда. Лошок. Слезть даже не может, по лестнице пользоваться не умеет. Я готов вас встречать, пидорасы, по одному. Это боится. Ну тут, короче, вон там, с той стороны где-то был, короче, труп. С предметами. Скорее всего, души, но вдруг нет. Вдруг нет. Кстати, да, души-то нужно мне как бы экономить, желательно. Вон, вон про то тело я говорил. А как к нему подобраться? Сейчас посмотрю с этой стороны где-нибудь. А, там лестница вообще к нему есть, да? С этой стороны. Ёпта, кто там прыгает? Кто там дерется-то? Я хер его знаю. Я тут спрыгнуть могу? А, вон пидорак бегает очередной. Пуль разорался, иди сюда. Смотри, живой еще какой-то чувак. Свалился откуда-то и умер. Почти. В общем, это, да, уровень нужно качать. Что по уровню я могу вам сказать? По уровню мне нужно... Во-первых, инту нужно немножечко прокачать, по идее, потому что у нас отхил идет теперь не очень мощным, как хотелось бы. Вот, но... Нет, пока хватает. Поэтому будем вкачивать силу. По-моему, 24 там была хорошая атака. Но давайте здоровье, может, обахать. Или выносливость. Выносливость еще обахать. Так, чтобы у меня сила не была больше, чем ловкость. А то что это? Я же ловковик, а у меня сила больше, чем ловкость. Это странно. Вот, и продолжаем наш путь, собственно. Почему-то опять просадки пошли непонятные, но думаю, это не так критично, как могло было бы быть. Так, на первом этаже мы не были, тут собаки у нас. 2, 3, 4. Ёп, так не дышащие собаки. Ну, с вами я боролся уже. Плохо то, что вас две. Сразу. Но два удара, и вы умираете, я понял. Так, меня интересуют все-таки те трупы, которые с той стороны были. Трупы и возможность прохождения к ним туда. О, бэкстеп сработал, но херово. Потому что у него еще осталось хп. Теперь не осталось, но все же. Неприятно, когда после бэкстеба они выживают. Что-то прям вот вообще. Что-то прям чувствую себя немножко это лалкой, короче. Который не может убить сам сразу. Это упря вообще не понимает, что-то сидит в бочке и сидит. Вот туда вопрос, как пройти. Вот откуда-то. Откуда-то сверху, по идее. Или откуда-то снизу. Где-то собака опять дышит. Непонятно. Вроде никаких мудаков я не вижу.
Вот тут, кстати, вот тут труп, который видел с той стороны. Душа города рыцаря. Ну там, скорее всего, тоже душа. Ну а вдруг не душа, а вдруг там какой-нибудь меч охеревший. Прям вот вообще какой-нибудь такой прям херен, херенский мечошка. Мечишка. Ой, тихо, камера. Маска тени, ты смотри-ка, а? Доспехи бей, написано. Я не буду бить, я посмотрю доспехи. Надеюсь, это будет что-то лучше, чем то, что у нас сейчас есть. Иначе это будет грустно. Маска тени. Легче гораздо, удар у нас снижается на сколько? 9-6, 9-6, 9-0, 8-0, 10-9, 9. У нас держится примерно девятки, все. Это гораздо легче, сопротивление лучше, а защита от магии хуже становится, но удар немножко возрастает на 0,3 пункта, но гораздо легче вес. И выглядит, думаю, поинтереснее, да? Типа Нарик теперь я. Наруто! Нормально. Так, вот это мне больше интересно. Куртка тени. Она хуже по всем параметрам, кроме сопротивления кровотечению. И хуже довольно критично, на самом деле, по физзащите. И легче не особо сильно, но меня задолбало ходить, короче. Допустим, надену я тень. Выглядит довольно нормально, в принципе. Угу. И теперь я хочу ее сравнить с чем, что может быть получше. Очень хорошее сопротивление кровотечения отравления идет. А туска накидка это что? Пляха, это робо этой. Хранительница огня. Так, что еще есть получше? Кожаный доспех, но в кожаном доспехе мы бегали. И очень сильно идет снижение сопротивления по кровотечению и прочему. И вес при этом очень сильный. Окей, я понял. Так, доспех разбойника. Нет, нет. Ну, куртка странника, мы в ней, в принципе, начинали, по-моему. Не, мы в ней не начинали, кстати. 3,5, а у нас 2,3. На 1 кг будет вес выше, да? Сопротивление всем кровотечениям и прочим всякой херня очень сильно падает. Ну, думаю, ладно, давайте попробуем одеться тогда в такой сет. Ну, смотри, шарфик на такой еще. Прикольно. Так, и юбку надо эту сменить, потому что меня тупо раздражает. Не хочу я в этом ходить. Пон же тени. Очень сильно все спадает защита от магии. Возрастает кровотечение, защита от кровотечения и вес получше. Это прям чисто ниндзя, короче, со щитом. Давайте, короче, найдем, возьмем сет полностью тени. И теперь просто сравним, что может быть лучше. Во-первых, куртка странника, в принципе, получше, да, будет. Хотя по кровотечению сильно теряется, но, в принципе, в дальнейшем там никаких кровотечений не будет у нас. Никаких идти. При этом вес больше на 1 килограмм. Думаю, сойдет. Да, окей. Дальше что? Дальше смотрим. Перчатки. Перчатки наручи разбойника. По весу. Сколько вес сразу запомнил? 1,4. Угу. Краги странника. Не тяжело достаточно. Ну, даже, в принципе, неплохо. Хотя странника я давно получил, но при этом до сих пор его не одел. Это странно. Так, еще раз, вес какой у нас? 1,4. Вот очень легкий сет у тени, прям вообще. Опять же, странник тоже сильно отличается. Ну да, думаю, наденем странника. Почему его раньше не делал? И, ой, бошку-то зачем снял? Ноль девять вес. Капюшон странника. В нем я, в принципе, ходил как раз, да, получается, все это время. Но
при этом теряю спортивное кровотечение. Довольно сильно, кстати говоря. Мешок. Давайте оставим такую херню. Будем типа пимпом из шоу Big Russian Boss. Вот. И сейчас еще кое-что сравню. Еще раз вверх я хочу сравнить все-таки. Потому что он, во-первых, 3,5 весит. А этот гораздо легче на килограмм. И у него очень сильный прирост по кровотечению. Прям очень сильный прирост по кровотечению. 20, а здесь по 30. И 50 почти отравления защищает. Но защита магии по 12, 16, 17. Ну да. Ну, в принципе, магов-то много мы видели сейчас. Да не особо. Давайте наденем все-таки вот это. Думаю, так-то. Будем наполовину странником, наполовину таким чуваком. Инзи. Думаю, нормально с этим, короче. Прям стало бегаться прям легко вообще. Так, вот здесь еще один интернет. Вот реально бегается теперь прям классно вообще. Очень легко бегается. Это прям очень нравится мне. Так, идем тогда дальше. Что нам пишут? Клад впереди. А, ну это да, это я собирал уже. Собрал, точнее. Перепрыгнул, да? Отлично. Собака где-то внизу. Скулит. Пытается ко мне пробежать, но у нее это не получится. И дротика мёт опять с саной. Бляха, нахер ты прыгать начал? Иди сюда. Не попал, в смысле? Сейчас дротик полетит. Где дротик? Я не могу его определить. Если что он плюет, я не пойму, откуда плюет. Ёпта, пиявка, смотри какая. А это так, второй я стрелять пытался, кстати. Пиявка. Что там орёт? Кто? И зачем вопрос? Ну, плохо дело. С дротиками мы долго не проживем. Это я прям тут отвечаю. Это мерзкая тварь вообще. Ну вот откуда вон, вон. Нужно сюда куда-то прыгать. Дальше, я думаю, вот к этому товарищу спрыгнуть сразу, чтобы не забрать то, что у него есть. Душа гордого рыцаря. Бляха, сзади сейчас ударит. Не достал? Вот ты лох. Вот ты лох, чувак. Падай вниз, сука. Я сказал, вниз падай. Поддержаться, сука. Сука, ладно, нет, я не буду толкать, то еще свалюсь сам. А это нахер не надо никому. Так, как ты умер? А, он прыгнул, дебил. Нахера прыгнул? Так, я, кажется, понял, нахера. Он не знал, куда идти, но тут, в принципе, вот есть проход, по идее. Если так подумать. Ты, ёпта! Дротикомет, сука. Я думаю, кто это за... Тихо, тихо, тихо. Что это? Это крутить надо? Нет. О, привет. Прыгай ко мне. Такой наивный чувак. Так, тут что? Берегись сзади. Ну, это я уже, да, взял. Орлиный щит какой-то еще подобрали. Хорошо, у нас идет фарм. Лута. Блин, я думаю, эта херня сюда летит. Так, орлиный щит. Орлиный щит, это у нас
гораздо тяжелее, он два раза, получается, защищает, он не полный урон все равно. И я в любом случае хочу посмотреть, что у нас вообще-то еще есть по щитам-то, если подумать. Во-первых, вот есть хороший такой щит, который слабее гораздо щит от огня. По весу такой же, но весь блокирует весь урон. Что это было, блядь? Человечность появилась? Или что? Еще раз, так, сравниваем. Вот паучий, кстати, щит. Он выглядит поменьше, блокирует больше, и при этом особо мы не теряем. То есть от магии блокирует меньше на десятку, но от огня и молнии примерно разные. И стабильность лучше гораздо. И при этом блокирует сотку урона, прочность у него больше, а по весу он такой же. И, по-моему, там по описанию что-то у него еще идет. Уникальная форма на щите. Защищает от отравления, ёпта. Он же охуенный. Почему я с ним раньше не ходил? Когда меня отравление беспокоило внизу. Он такой компактный, удобный, красивый, стильный. Модный, молодежный, там вся херня. Так, а я отсюда могу пройти как-нибудь? В смысле, все, я что, все, застрял тут? У меня стрел нет, стрел надо было купить. Ну ладно. Так, вопрос. Я, кажется, понимать начал, как умер чувак. Чё пятно крови осмотрел? Потому что я не вижу отсюда выхода разумного какого-нибудь. Вижу. Уже вижу. Большая душа безымянного солдата. Обход впереди. О, ёпта, здорово. Так. Они вместе пойдут? Это плохо. Ты не попал, чувак. Опа. Ну, мне вообще похер на троллей, смотри. Охерен. Тихо, тихо, тихо. Ха-ха, лошара, ты жирная. По жопе еще получишь. Ага, кого-то из равновесия сбили, да, сука? Я быстрее ударил, пидор. Так, теперь у меня вопрос вот к этой херне. Я боюсь, что она может меня сожрать целиком. Было бы совсем неприятно. Ёпта! Смотри, что творит. Ну-ка, как умер чувак? Ёпта! Чё, только клешнями сами херачишь? Во-хо-хо-хо-хо! Это весело. Я без стрел ее не убью. А вот тут и лестница, смотри, есть наверх. А да еще обход есть. Вон тут. Блин, там что-то полезное у меня явно есть. Но, сука, как я его пройти без стрел, я не знаю, на самом деле. Я боюсь, она меня просто шотнет и все. Это будет очень обидно. Это прям вообще обидно будет. Учитывая такой пройденный путь. О, ты, сука. Я тебя искал. Мудак. Хорошо, что они одноразовые, по идее. Так, и тут у нас выход, скорее всего. Кстати, сейчас будет выход как раз... Нет. Идти. Ну да, это выход как раз к тому месту, про которое я говорил в прошлой серии. Которое внизу там будет. А может нет, хер знает. Посмотрим сейчас. Зад. Ну да, это зад. Главное не упасть, сука. В смысле? Вы что, гоните? Чё это, блядь, было? Какого хера я не могу по жопе бить? Чё это, блядь, за херня? Вы чё, ребят? Алло? Блять, издеваетесь? Серьезно? Мне заново через этой херни бежать? Блять, охереть теперь.
Хера вас урона, суки. Тихо, блядь. Успокоились, нахуй, суки. Блядь, а? Да и нахуй иди, псина ссаная. Ебаный пес. Ебучая сука. Короче, я у этой херни подобрал на пироманта просто чертеж и все. Как ее убить, я хз, это только дальнобойным можно. Ее вблизи убить никак нельзя. И тут, кстати, сейчас мне всплыла подсказка по утиготании, и я такой чип вспомнил, то что, сука, я же, блядь, меч подобрал. Какого черта я его не посмотрел-то еще? Ё-моё. Еще в прошлой серии в конце, по-моему, да? Ну да. И там была как раз что-то типа тоже такого с названием Иоганна, что-то. Яйто. Яйто. Вот что. Яйто. Кровотечение накладывает, зависит чисто от ловкости. И, в принципе, если его вкачать, то будет по урону 88-29 сейчас, да? Здесь 88-29. А здесь 204. Прокачка, в принципе, и на магический идет. Думаю, короче, то, что должна дать вот эта херня херен. Это же, бляхам, катана. Типа яйто. Но он очень медленно им бьет. Он большой, типа, считается еще? Я не понял. Нет, резкий удар. Типа рожа катана, ой. Ну-ка, сильная такая. Просто из ножен, типа, вытаскивает быстро, да? А на бегу, если? Тычка. Окей, попробуем сейчас. Давай просто испытаем, потому что серию пора заканчивать уже. Сейчас просто на каком-нибудь мудаке мы испытаем эту херню. Ну, в принципе, не так долго бьет, как казалось. Вот, но до прокачки. Опасно, короче, с этой херней играть. В смысле? Да, херсть. Короче, в следующей серии мы продолжим спуск вниз, собирать еще полезные вещи. Может быть, как-то еще покруче нарядимся. Вот, и потом возвращаемся уже наверх. Вот, в общем, всем, кому понравилось, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, смотрите дальше, комментируйте, смотрите другие плейлисты. Всем удачки, всем, собственно, как его, типа, пока. Да, нужно сменить меч обратно, точно.